О, стоп, стоп, минуточку. Блин, арахисовые хлопики. Ну, арахисовые, мать их, хлопики. Что за хлопики? Нет. Что? Неужели ты... Так, окей. Хлоп, хлоп, наши хлопики хрустят. Хлоп, хлоп, дети не грустят. Хлоп. Господи, это же лучший снэк всех времен. И что это, попкорн? Что? Не-не-не-не-не. Это не попкорн. Вообще другая тема. Я бы сказал, свой отдельный вид перекуса. Блин, блин, я такие с самого детства не ел. Ты обалдеешь. Так, погоди, на пачке указан срок годности? Не, есть можно. О боже, да им же лет 20. Блин, у них вообще нет срока годности. Тебе понравится. О, господи. Они же для детей. Что? Да, я когда-то был ребенком. Когда-то? Ну ладно, попробуй одну штучку и сразу изменишь свое мнение. Ни за что. Хлоп, хлоп, наши хлопики хрустят. Хлоп, хлоп, дети не грустят. Давай, это же самый обалденный снэк. Ок, пофиг. Тогда обожрусь. Мы рады предложить вам самый изысканный из всех изысканнейших деликатесов Хэкетс Квори. Ни хрена себе. Как раз хрена. Хлоп, хлоп, наши хлопики хрустят. Хлоп, хлоп, дети не грустят. Хлоп. Даже не знал, что они еще где-то остались. Эй, ковбой, придержи лошадей. Это моя добыча. Нельзя махать ими у меня перед носом и ждать, что я не захочу похрустеть хлопиками. Эмма, дай-ка дробовик. Пристрелишь меня из-за них? Нет, тупица. Так, я их выиграю. На стрельбище. Если сдашься, все, я поделюсь с тобой одним маленьким хлопиком. Да, сейчас. Ты же не видел, как я стреляю. Ну, ты и не стрелял никогда. Наивный ты. О, я думаю, я знал так, бы, если бы хорош ты... мериться писюнами. Это все, конечно, очаровательно, но в тире будете играть по моим правилам. Да, все норм. Он все равно бы не попал. Эй! Все, дисквалифицирован за тупость. Что? Нет! Фу, а что такое, Джеки, а? А? Хлоп-хлоп, наши хлопики хрустят. Ладно, я понял, понял. Бум, ты думал, это все? Что за... Эй! Хлоп-хлоп, наши хлопики хрустят.